На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мало того, что мужчина нападает на стариков и детей, так он еще и сам снимает это на видео, а записи выкладывает в интернет. Павел Мельников подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Никто бы и не узнал о проделке, если бы он сам не снимал все на камеру и не выкладывал это в интернет. Хуёво. При этом в полиции на него ни одного заявления. Агрессивное поведение, мат через слово, на его пути лучше не попадаться. Блять. Для особых случаев он всегда носил с собой огромный нож.